привлечь инвестиции, где найти партнеров, как защитить свои интересы. Верхнекамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. И в эфире Винвинзум номер 645. Тема сегодня «Сила творить» или «Сказкотерапия» и «Реалити-квест. Внутренний ребенок» в кавычках и без кавычек. Спикер Мэри Тудвасева, сказкотерапевт vk.com, mtudvaseva2022. Мэри, добрый день. Добрый день. Добрый день. Мэри, ну, наверное, что-то сказочное случилось в вашей жизни два года назад, 2022? Да, это символическая дата, не зря у меня записана, да, как ссылка в ВКонтакте. Вот, сказочная, потому что, ну да, я начала искать себя. Такой был путь примерно лет, ну, много лет, не знаю, наверное, лет 10. Я искала свой путь. С какого леса волшебного вы вышли, с предыдущего? Из волшебного леса, или наверное... Или он был не волшебный, а наоборот мрачный? Ну, дремучий, я бы так, да, сказала, угу. Да, мрачный, дремучий. Ну, это был, знаете, такой путь, он был интересный, потому что в любом случае он был связан с той областью, которая мне нравилась. Я работала с детьми в детском саду, потом был у меня опыт аниматор детской стоматологии, частный детский сад. Ну, в общем, это было такое погружение очень сильное в детей. Воспитание детей был... именно по вашему образованию, да? Да, угу. Ну да, да. Начальное, да, образование называется это. Ну, это дошкольное образование. Дошкольное было. Образование. Дошкольное, угу. Да, да. С маленькими детками. Вот. Не психологическое, просто дошкольное образование. Да, воспитание. Просто угу. Как воспитатель дошкольного, да, вот. Образование, и это был путь такой, с одной стороны, он был интересный, но с другой стороны, он был тернистым. Вот такая психоэмоциональная очень сильная работа была, где я очень уставала, ну, так далее. Ну, какие-то все вот эти моменты были. Вот. И потом какой-то момент даже я начала физически себя плохо чувствовать. Выгорание такое происходило на таком этапе, когда много-много работы, и ты мало отдыхаешь, и в и итоге ты сказки некогда выгораешь. Сочинять, я бы сказал. Да, сказки некогда сочинять, это точно. То есть я пришла к тому, что вроде я пришла к детям творчески работать. В то же время такой был обман, что а там, ну, мало было творчества. То есть много было таких задач, приходилось решать. И, ну, не касалось это творчества. Да, некогда было. Некогда. Когда вы поняли, что сочинение сказок, во-первых, это терапия, психологи ее официально используют, детские, да? Даже вас сейчас некоторые называют детским психологом. Как вы поняли, в какой момент в своей жизни, что ваша сказка, которую вы кому-то рассказали, взрослому или ребенку, может излечить его от неких душевных ран, или как сейчас эзотерики называют, так называемые негативные эмоции, которые в душе скапливаются, негативные блоки, которых самостоятельно невозможно удалить, нужно идти к психологу, психотерапевту или к эзотерическому деятелю. Чаще к ним сейчас даже ходят. Вот. И ваши сказки тоже то же самое делают, только другим способом. Да, вот у меня сейчас как раз всплыл из памяти, да, вот такой пример интересный. Примерно год назад я написала сказку. У нас был нетворкинг, я пошла на нетворкинг. Предысторию расскажу небольшую. И Проявляться там как я... сказкотерапевт, да? Да, как сказкотерапевт. Я пошла, рассказывала о себе. И там много было интересных тоже участниц, женщин. И так получилось, что я выиграла подарок от одной из участниц. И как мне захотелось написать тоже сказку. Вот. И мы с ней на созвоне встретились, обговорили некоторые моменты, и я написала ей сказку. Мне очень было с ней интересно было поработать, потому что сказка написалась очень быстро, и там был у меня главный герой Волк, очень с таким интересным событием.
Вот. И после того, как я написала, я отправила этой участнице сказку, она потом мне написала очень обратную связь, что она очень ревела, плакала. Ну, у нее вышел какой-то определенный блок. То Вот, есть да, он прямо... выходит именно часто со слезами, с Да. эмоциями. Психологи там часто используют медитативные техники. А ваша сказка имеет тот же самый эффект. Что клиент должен с ней делать? Он ее читает вслух? Или он ее слушает в вашем исполнении много раз? Вообще-то, да, рекомендуется, конечно же, такую сказку исцеляющую, которая тебя исцеляет, читать несколько раз. И желательно, конечно, вслух. Можно, через аудио. То есть некоторым я отправляю аудиосказку, то есть текстом плюс аудиосказка. По сути дела, Но это уже это как бы... медитация некая, да, но она включает какие-то механизмы в душе человека. Там закодирован код, то есть когда человек в точке А находится, это одно, то есть метафора одна, из точки Б мы выходим через другую метафору, и вот именно когда мы меняем ее, это в сказке, конечно, ну так это красиво завуалировано, чтобы это непонятно, что человек читает, он не будет думать об этом, что где-то я сейчас меняю метафору, и там что-то у меня будет меняться. Просто это когда сказка, история. Но тем не менее, потом происходит изменение у человека. Да, это так. Это такой У нас тут связь мягкая зависла на 30 техника. секунд. Если ту же самую мысль, только по-другому, как вы расскажете? А, смотрите, ну, как бы про сказку, да? То есть сказка, меняем метафору, меняем жизнь. Вот. И когда в сказке это все Метафора, закодировано, для то тех, кто есть... не понимает, это сравнение. То есть мы Да, какие-то там да. вводим образы, которые кодируют ситуации в жизни. Да. Да. Вот. И как бы вот тут надо учитывать это для сказкотерапевта, кто занимается этим. И подбирая метафору, человек, перечитывая это вслух, конечно же, меняет жизнь. Вот. Вот Это как Вселенная убеждение работает менять. по совпадениям, то есть когда мы готовы к встрече с кем-то, с человеком, с ситуацией, нам попадаются другие какие-то знаки, которые вот помогают нам измениться. Да. Вот сейчас предотвращу с вами, я случайно увидел ссылку на вот знаменитую книжку Проппа про вот эту, как она называется, не мифология волшебной сказки или структура волшебной сказки. Ну, Какие да, вы я... работы читали? На какие вы научные работы ориентировались или, может быть, на других сказкотерапевтов? Ну, мне очень нравилось, как сказать, как преподносит, я у нее обучилась Наталья Стукова, это известный психолог и сказкотерапевт. Она тоже пишет сказки исцеляющие. И мне еще очень нравится, сейчас скажу, автор Елизавета Дворецкая. Елизавета Дворецкая напишет исторические такие сказочные романы, но там тоже очень Это наши глубоко современные связано. сказкотерапевты, да, вот сейчас-то. Да, Вот, я современные. уточняю, называется Пропа я тоже читала. морфология сказки, в более поздних изданиях называется Морфология. морфология волшебной сказки, работа Проппа, опубликована в 28-м году, в которой автор раскрывает строение волшебных сказок на материале выборки из 100 сказок из сборника народной русской сказки Афанасьева. Ну и морфология, это стало наиболее популярным исследованием фольклористики XX века, а идеи Проппа оказали непосредственное влияние на развитие структурализма и нарратологии, а также вот все сказкотерапевты, видимо, должны это прочитать, да, чтобы потом какие-то мотивы оттуда использовать. Вот что вы Конечно, используете из да. Проппа? Во-первых, вы Я читала знакомы со его. всеми архетипами сказок, да, потому что они там глубоко исследуются. Я не читал, но я знаю, да, что они там глубоко исследуются. Они просто повторяются. Это архетипы. Ну да, конечно.
Ну, пропа я читала единственную книгу, а потом, ну, во-первых, я очень люблю простые, как это сказать, чтобы это было просто понятно, потому что проп пишет очень сложным языком, там, как бы он Но все он это, помогает вам он даже понять пишет корни, научным да, языком. конечно, а вы-то потом уже используете Да. эти знания глубокие для того, чтобы закодировать все в легких образах, но которые работают. Да. Конечно. Ну, потому что как бы он же классически берет сказки народные, да, то есть их же очень много, вот. А история пишется для человека из бытовых каких-то моментов, то есть там немножко все упрощается, вот, и человеку понятно содержание, и у него идет Ну, быстрее приведите изменения какое-то. архетипический сюжет из вашей практики, когда вы кодируете терапевтический какой-то сюжет. Он пришла к вам клиентка и говорит: у меня там типа ушел муж, что делать? Вы придумаете сказку, благодаря которой она вдруг понимает, что он... И хорошо, что он ушел. Теперь начинается новая жизнь, свободная. Ну, смотри, да, это понятно, что так тоже можно, но просто когда, если есть какая-то задача, тут нужно, можно пойти через одну очень интересную технику, которую я обычно очень уважаю. В сказкотерапии это мой герой, мой злодей. То есть мы можем через нее пойти. Задача-то одна у человека, да, какая-то сейчас нависла проблема. Но когда мы узнаем ее героев и злодеев, сказочных персонажей, мы понимаем, что, например, мы спрашиваем, что думает, например, сказочный герой про любовь. И также такой же задаем вопрос злодею. А что думает злодей про А любовь? И злодей – там это что-то наша теневая интересное сторона, выясняется. да, получается, как, про Да. которую еще Юнг Конечно, говорил. да, наша теневая сторона. И вот получается, что клиентка, например, она понимает, что злодей-то там вообще у нее, ну, может быть, он и хорошо думает, а кого-то, например, там все очень грустно, одинокий, он вообще там весь потеряшка, да. И получается, что здесь нужно пойти через ее героев и злодеев, то, что вышло, да, через ответы, и через вот сюжеты написать, ну, как бы через вот эти вопросы написать уже сказку про любовь. А если, конечно, нависла какая-то задача, проблема, ну, какая-то острая, я не думаю, что именно это сказкотерапевт должен решить, именно какая-то прям острая боль. Это, конечно, ну, я думаю, что это больше вопрос к психологу, психотерапевту, какие-то, которые вот прямо в моменте умеют вот человека Или выйти. наоборот, Ну, какая-то человеку, жизненная например, ситуация уже стресс. случилась, и он просто хочет вновь обрести крылья. Мне кажется, как раз вы можете помочь в этом смысле. Да, вот обрести крылья, да, но я считаю, что, наверное, все-таки сказкотерапия помогает, когда человек больше уже, ну, не то, что он успокоился, но у него есть какая-то, например, да, болевая точка. И недавно у меня такой был интересный мужчина, который пришел с интересным запросом, что я, у меня, говорит, запрос такой, что я хочу стать капитаном своей жизни. То есть не То есть постоянно, у мужчины к него вам была реально такая задача, приходят что... как к сказкотерапевту. Серьезно к вам относятся, да? Ну, был вот, да, Был. была такая, как сказать, да, был клиент, вот, и у него тоже была такая задача, что он часто, ну, как бы больше был ведомым, ну, по разным жизненным ситуациям, и вот у него была такая задача. И здесь как раз психотерапия, да, сработала на обретение тех же крыльев, уверенности такой. Можете Вот. Я вспомнить написала ему какой-то сказку. сюжет из этой сказки для этого клиента, который хотел стать капитаном? Какие герои были в сказке? Какие там были перипетии? Или какой главный конфликт, или какое инициирующее событие, которое помогло герою измениться? Ну, во-первых, да, у меня там интересно, я же тоже сказкотерапия, она просто предисловие расскажу, чтобы было понятно, кто будет потом смотреть и слушать. Там получается, И захочет к что... вам прийти, да, с запросом. Да, я, например, получается, что сказкотерапия, она пишется
просто основываясь на каких-то конкретных образах, ну, например, там, если брать наши образы сказок русских народных, да, там, Финист, Ясный Сокол, я не знаю, еще какие-то. То есть здесь можно пойти, ну, как бы разными вариантами. Можно, конечно, прям классические варианты взять, да, что вот все, вот есть какие-то образы, которые, ну, усиливают какое-то качество человека. Можно пойти вторым вариантом, если есть определенный поток человека, который с этого образа, с человека, с его задачи, он чувствует, что и пишет эту сказку через поточное, вот как бы как, ну, приходит, да, вот как поток, ну, не знаю, как это объяснить. Идет Это поток к вам идет такое, по его поводу, да, по да, поводу его ситуации. по поводу ситуации клиента. И там была житейская в этой сказке ситуация, получается, что там не было образов, там, ну, как бы мифических героев, да, каких-то, А которые там. капитан-то там Там был? просто... Капитан-то там был в этой сказке? Там был капитан в образе спортсмена. То есть там был мужчина-спортсмен, который как бы в какой-то ситуации предал себя, что он не пошел дальше заниматься спортивным, как бы то, что, ну, сделал. И получилось, что потом в какой-то момент вернулся уже в свой спорт, но начал обучать детей. То есть у него уже произошли другие изменения, где он организовал эту команду, и он уже обучал деток этому виду спорта. То есть он пришел к себе, но уже через другое дело. Вот. И там такой сюжет получается. Вот. То есть, ну, он складывается не из того, что есть какие-то герои, там, ну, как в сказках, там, три богатыря, вот они там что-то вот. И... То есть это у меня спускается это как бы на больше вот нашу жизнь. Вот у меня так это идет. И также же я вот клиентке тоже писала год назад, тоже вот у нее был охотник и волк, и вот у них там тоже Но были одновременно вот эти сюжеты, которые вам приходят сверху, наверное, они все-таки, ну, они, во-первых, ориентируются на вашу интуицию, то есть на ваше высшее я, на ваше духовное, так сказать, зрение, да, духовное сердце, а с другой стороны, учитываются какие-то конкретные научные знания, да, по морфологии сказок тоже. Потому что раз сюжеты архетипические, они все равно присутствуют всегда. Вот, и когда соединяется и то, Конечно, и другое, присутствует. и логика, научная логика и духовное сердце получается эффективный инструмент терапевтический. Ну да, получается так. Да. Марина, еще вторая часть нашего интервью. Давайте мы поговорим про внутреннего ребенка. Недавно вы, получается, были мастером, да, смены, как называется это у вас, называлось реалити-шоу, реалити-квест «Внутренний ребенок» в бизнес-клубе «Территория». Вот и ее основатель как раз у меня участвовал недавно, Татьяна Жанакова, там как раз у нее про вас и увидел. Какие итоги этого реалити-квеста? Там участвовали взрослые люди все, но которые искали в себе внутреннего ребенка. И как вы пишете, я с этим согласен. Мне сейчас 50 лет, и я вдруг понял, что я все еще внутренний ребенок. И это и есть, как вы пишете, ты жив, пока жив твой задорный внутренний ребенок. Это ощущение радости жизни у детей. Они нам показывают, и мы сами себе показываем примерно всю жизнь, как радоваться миру, да, безусловно, любовь к миру и к Вселенной. Итак, как сохранить себя внутреннего ребенка по итогам вашего реалити-квеста? Какие вы инструменты предлагали вашим участникам и что они добавили? Да, спасибо за вопрос. Я предлагала им очень интересно, мы когда с Татьяной, да, встретились, я говорю, я очень люблю эту технику «Мой герой, мой злодей». И кто ко мне приходил, ко мне, ну, человек 5 пришло на участие, может быть, да, где-то так. И я проводила им эту технику «Мой герой, мой злодей». И потом мы общались, с кем-то я созванивалась, с кем-то мы переписывались, и потом писала им сказку терапевтическую. Вот как мы, о чем мы поговорили. То есть так я в клубе Но себя там же был проявила. Но у меня... реалити-квест, им нужно было выполнить 12 заданий каких-то, да, и публиковать итоги или как? Да.
Ну, у меня было шестое, по-моему, я шестое задание вот проводила. Вот. Да, они делились потом в чате. Каждый что-то писал, свои откровения. Ну, Какие даже в процессе этой техники у их каждого свои. Да. открытия, да, у каждого, какие можете вспомнить, у людей были, которые вы теперь в своей практике будете тоже Да. использовать по сохранению внутреннего ребенка в себе, и чтобы он помогал вам Вы творить знаете, вашу да, реальность сейчас. да, спасибо, да. Процесс, кстати, был намного таким интересным, потому что одна женщина, например, с которой я встретилась, ну, в созвоне, она говорит: «Боже, я уже забыла, когда эти мультики смотрела». Ну, то есть она там вспоминала, мы как-то направляли друг друга, то есть я им давала, ну, как, что вот есть такое-такое сказка, такой мультфильм, и она вспоминалась, как это сказать, она вспоминала просто мультики, и она уже в процессе этого была в каком-то таком: «Вау, классно там». То есть у нее же как бы внутренний ребенок просыпался. Ну, я не знаю, как это сказать по-другому слово. У другой участницы, когда мы сделали технику, у нее тоже через так получилось, что она осознала, что в любви она одинока. И она говорит: «Напишите, пожалуйста, мне сказку». Ну, то есть какие-то моменты, чтобы выводили из состояния такого. Ну и вот мужчина, да, про капитана, он тоже, когда мы с ним поговорили, он очень так через технику осознал, что да, мне важно очень стать капитаном своей жизни. Ну, у него так это тоже прошло, такие осознания. Поэтому много раз, как сколько людей, столько осознаний. Поэтому так все по-разному, но каждый прикоснулся, наверное, через эту технику к своему внутреннему ребенку, конечно, это безусловно. Вот. И я думаю, что дальше пойдет, если сказки будут перечитывать, будет эффект. Еще вы интересно написали, вот вы недавно отдыхали в Крыму, там Чукотка, я тоже, кстати, помню, бывал лет 15 назад там. Вот, а вы там видели, как дети ныряют со скалы, ну, небольшой такой, да, и вам тоже захотелось. Вот, это ощущение внутреннего ребенка в себе заново. Каково это? То есть они же не боятся, а мы боимся. И вы Да. цитируете себя или это другую сказку? Душу мягкой лапкой тронул страх. Это вы так написали? Это как раз прочитала я у Елизаветы Дворецкой фразу, вот у тоже такой, ну, я уже, да, говорила как раз в эфире. Это ее была фраза, и я ее процитировала. Вот. Вот страх Абсолютно. изменений, он у нас всю жизнь же преследует. Особенно у взрослых, да, когда Конечно, выстраивая жизнь, а потом как бы в ней, как муха в янтаре, застреваешь, и уже не только сам боишься что-то изменить, даже уже не можешь лапкой шевельнуть. Вот, и что делать? А меняться надо, что понимаешь, что ты застыл. Ну, что делать? Ну, можно ко мне, конечно, прийти, да, ну, скажем так, ну, я марафоны раньше проводила, сейчас нужно опять восстановить эти марафоны, возможно. А если так, да, что делать? Например, помогают практики, простые самые практики, написать хотя бы, взять блокнот и ручку, написать 10 пунктов детских, обычных желаний, если просто наблюдать за детьми, что они любят. Они любят мороженое, например, купаться в фонтане. Ну, не знаю, вот какие-то попрыгать по лужам. Я Детские желания, понимаю, которые что были у вас, взрослые когда вы были люди... ребенком, да, вспомнить свои детские желания. Ну, вспомнить. Но не все могут вспомнить, потому что в детство не все любят люди заходить. Там много травм, и не хотят вспоминать, например, не могут туда даже зайти, если уже очень взрослый человек, например, там 50-55 плюс, там, да, то помоложе они проще к этому относятся, вот. Но если прям есть желание себя как-то расшевелить, да, вот уже как-то к этим изменениям прям сложно. Я тоже ведь занималась, да, когда себя я вытаскивала, как барон Мюнхгаузен из болота. Просто брала, не знаю, покупала 10 штук мороженого. Ну, это самый простой способ, самый бюджетный, да, допустим, не надо там что-то такого. И приходила, значит, ну,
как сказать, самым близким людям и говорила, давайте посоревнуемся, кто больше съест мороженое. И все так на меня странно смотрели сначала, а потом они включались. Но я настолько ощущала в этот момент кайф, наслаждение, удовольствие, потому что мне становилось очень весело. И из минуса у меня просто был супер плюс. Я реально, например, первый раз 5 мороженых съела за свою жизнь, ну вот одновременно, больше я уже там, ну, не могла, но мы соревновались, то есть это было интересно. И это уже даже вот эта маленькая практика, казалось бы, самая То есть простая, детские она включала ощущения внутри моего радости ребенка. жизни, они включают, будет Да. нашу душу, которая заснула, может быть, да? Я Конечно, вспоминаю, мы с да. моим двоюродным братом пошли в парк. Я сейчас гощу в своем родном городе, впервые приехал за 30 лет надолго, ну, 4 месяца. И там эти качели, знаете, детские, которые стоят на земле, которые вот как это, как весы маленькие такие. Вот. Но кто там будет сидеть из взрослых? Там только дети садятся. А мы сели и покачались. Это я предложил, понимаете? Классно. Вот. Какие еще такие можно активности придумать, чтобы человек как бы проснулся, что ли, да, для духовного личностного роста. Можно, например, ну, это если дождь пошел. Я просто из своего опыта, опять же, говорю, когда человек сам проживает, он честно может поделиться, это будет резонатором сильным. Например, если вот как раз вчера да, был дождь, и можно найти просто лужу, да, если стесняетесь, найти лужу, где вас никто там не увидит, особенно если это хорошо, если деревня какая-нибудь, и взять, попрыгать босиком по лужам. Это такой кайф. Сразу Даже можно сказать, вспоминается что... легендарный мультик про свинку Пеппу, английский. Там они ходили плясать в лужах с ее братом. Вот. Да, можно, да, можно То есть прям с это компанией там архетипическое плясать. детское ощущение радости жизни. Вот. Опять возвращаемся к Конечно. архетипам, да, к эмоциям. Архетипическое, Марина, у вас осталась да, минута, буквально да. сформулируйте, как же. Даже не как же, мы уже сформулировали, как это сделать, а какая миссия у вас сейчас, если два слова оставить? А миссия у меня какая? Да, это вообще, как это, снимать пружину через слово, то есть вот эта сказкотерапия у людей, снимать словом пружину у людей, вот эту зажатую, которая вот сжалась там у Ну них, вот, вот они хороший там образ. сидят, зажаты. Снимаем пружину с Да. помощью сказкотерапии Мэри Тудвасева. Мэри хорошая, Мэри Поппинс, да. Поэтому Мэри Тудвасева, сказкотерапевт. Приглашайте Мэри. Она вам поможет разбудить вас, внутреннего ребенка, для творчества, в том числе для профессионального роста, да, и духовного, личностного. vk.com, М. Тудвасева, 2022. Сила творить или сказкотерапия, реалити-квест, внутренний ребенок. Мэри, спасибо, удачи вам. Спасибо вам. Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхнекамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17.